Библиотеки за 95 лет прошли очень большой путь. За эти десятилетия сменилось не одно поколение читателей, но одно остается самое главное, неизменно. Это наше стремление дарить радость общения с книгой. Юбилей библиотеки – это не только праздник наших коллег, это праздник всех, кто приходит в библиотеку за книгой, за общением, за советом. И я от всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником. И наша библиотечная система выглядит на все 100, поэтому от всей души поздравляю всех тех работников, которые каждый день нас встречают сегодня в библиотеке, провожают, которые нам дают действительно здесь погрузиться вот именно в мир книг, почитать, где-то отдохнуть. От всей души желаем семейного благополучия, тепла, ну и, конечно, позитивного настроя, потому что для нас важно, чтобы мы приходили в библиотеку и нас встречали от всей души. И мы с прекрасным настроением уходили отсюда. Поэтому с праздником, дорогие работники библиотечной системы.